при поддержке группы Vine. Лягушка, дай списать. Не там, отстань. Ты что, ты жмешься, дай списать? Отвалите, не там. Лягушка, дай списать. Виктор Степанович, они мне мешают. Вот эти вот. Что же, на сегодня все, можете быть свободны. А Виктор Степанович, да. А вы забыли домашнее задание задать. Молодец, Лягушкин, молодец. А на прошлом занятии я рассказывал закон Ома. Подождите. Я рассказывал закон Ома. Кто сможет пересказать его? Есть еще желающие? Хорошо, Оля Путиков, пожалуйста, рассказывайте. Закон Ома – эмпирический физический закон, определяющий связь электрической силы, источника электрического напряжения, силы и тока, протекающего в проводнике и сопротивлением проводника, установлен Георгием Ома в 1826 году. Фух. Есть секретка? Здрасте. Слышь, есть ручка? Так, Огурцов, а где все? Виктор Степанович, все ушли, но я один остался. Я их предупреждал, чтобы они не уходили, но они не отказались. Вот. Слушайте, ребят, препода 10 минут, я, может, свалим? Только если будем валить, то все, а? Давай, ребят, поехали. Все пишем самостоятельную работу, никто не списывает, я за вами слежу. Что за вид? Вы в университет пришли или в спортзал? А чего ему ничего не скажешь? Он вообще как Рэмбо оделся. Чупиков, когда ваш отец станет замдеканом, будете приходить в чем угодно. Сейчас заткнитесь. И в это время во Франции началась революция. А кто? Что вы там делаете? Что сразу Огурцов? Я вообще-то писал, что он Огурцов. Тогда скажите, какое я последнее предложение продиктовал? А что сразу Огурцов? Лягушкин, в чем дело? Встаньте и подойдите ко мне. Лягушкин, на прошлом занятии я просил выучить философию Канта. Прошу вас, рассказывайте. Ну это что, Кант, это типа крутой, типа философ. Ну и он умный, типа, был, а я его своим... Лягушкин, по существу можете рассказать? А чё он ржёт всё время, типа? Чё я, типа, тупой? Так, встал, вышли оба. Вышли с аудитории оба. Вот так бы сразу, ты что-то справ...